Ну, Никитоза, теперь ты со мной не хочешь говорить, набираю тебя, не поднимаешь трубку. Поймал меня посреди съемки? Чувак! Ну, блин, я поэтому и не общаюсь особо с тобой и Чепой, чтобы видеть эту обстановку максимально со стороны. И именно поэтому я озвучиваю такую точку зрения. И, собственно, как оказалось, многие люди поддерживают меня в этом, не столько с вами не общаться. Ну, а весь этот ваш движ, ну он такой внутренний, ну жесть. Остальное можно я тебе по телефону расскажу? Пожалуйста. А вот это прикольная история. HyperX соединяет людей. У нас был розыгрыш наушников, выиграл Марат из Казани. И я отослал наушники, они туда пришли. И смотрите, в обраточку прилетел из Казани Магарыч. Сейчас будем распаковывать, смотреть. Марат, я получил это. Итак, что же там такого пришло? Ух, татарское национальное кондитерское изделие чак-чак. Вот это зачет! О, чаепитие сегодня будет крутым. Спасибо огромное. И это свежий Bocom News RDS. Погнали!